хочется остановиться, ведь движется в мир в никуда. Нам нужно от сна пробудиться, стремиться в обитель Отца. Как трудно идти нам сегодня, не зная, что завтра нас ждет. Пусть милость над нами, Господня, надежду на сердце прольет. Нам нужно скорее к кресту обратиться и в чистое небо всем сердцем стремиться, что в вечности быть со Христом, в обители с вечным Отцом, стремиться в родные края день за днем. Так близко последнее время, и жизнь суета день за днем. Нам трудно нести жизни бремя, не зная, что будет потом. Пусть греет на сердце надежда в ту вечную жизнь в небеса. Ведь вечность для нас неизбежна, судьба наша в Божьих руках. Нам нужно скорее к кресту обратиться и в чистое небо всем сердцем стремиться, что в вечности быть со Христом, в обители с вечным Отцом, стремиться в родные края день за родные края, тень за ню.